Добрый день, уважаемые строители и те, кто смотрит наши передачи по штукатурным станциям, по ремонту, обслуживанию. Сегодня мы проведем сравнительные характеристики PFT-G4 Smart с насосом и штукатурной станции Grand 4. Таких больших принципиальных отличий нет, но некоторые отличия в машинах, в механизмах, которые применяются на Grand 4 и на штукатурной станции G-Smart, все-таки присутствуют. Начнем с электрических щитов. Прошу обратить внимание, Grand 4 применяется автоматика ETM. На штукатурной станции G4 Smart та же самая автоматика ETM. Это то, что у этих машин схоже. Следующее. Водяные насосы примерно одинаковой мощности стоят. Вот. Что касается водяной арматуры, прошу обратить внимание, на штукатурной станции Grand 4 мы сохранили раздельные блоки, то есть отдельно водяной редуктор, отдельно магнитный клапан, что позволяет легко и с меньшими затратами их произвести замену. Что присутствует на G4 Smart? Большой узел, который в себя включает водяной редуктор, магнитный клапан, датчик давления воды. Вот этот вот узел в России стоит примерно 25 тысяч рублей. То есть, если вы забыли слить воду зимой, его разморозили, вы попали на приличные деньги. Следующий момент. У PFT давно есть проблема с подающими мотор-редукторами, подающих смесь. Выходит из строя сальник, который не видно под шайбой. Сухая смесь попадает в редуктор, и редуктор выходит из строя. В России их научились ремонтировать, но ремонт стоит от 20 до 30 тысяч в зависимости от региона. И не везде их могут отремонтировать. То есть нужно специальные зуборезные станки, термическая обработка. Такой мотор у PFT стоит порядка 70 тысяч. Бывает так, что мы все смотрим, что качество PFT очень большое, вот, во всем мире признано. Ну и у них бывают так называемые косяки. Повторюсь, стоимость этого мотора доходит до 70 тысяч рублей. Как мы эту проблему решили на своих машинах? Мы просто-напросто взяли и, не буду лукаво, у нас выходной вал примерно 20 миллиметров, мы туда одели шестерню на шпонке, на которую очень тяжело срезать зубья. Наши моторы стоят также на станциях PFT. На многих моделях уже мы заменили. То есть ставим не моторы PFT, а ставим наши моторы от Grand 4. Вот пример данной модернизации машины. То есть можете сравнить стоящий мотор на PFT и на Grand 4. Отличаются только по цвету. Вот наши брендовые цвета и мотор, который просто куплен. Вот так вот мы решили одну из проблем PFT, которую они, к моему великому сожалению и обращению даже в головной офис PFT в течение 5 лет, так и не приняли никаких мер к решению данной проблемы. Также есть отличие. PFT снабжает свои штукатурные станции коротким пистолетом. Да, он удобен, у него вот такая вот поворотная муфта, но он всего лишь 330 миллиметров. Мы своим штукатурам поставляем в комплекте с машины пистолет 880 миллиметров, также с поворотной муфтой, что является удобством в работе, особенно где высокие стены. Всего доброго, смотрите наш обзор и в дальнейшем.